Так, блин, черт, где я появился? Ладно, ладно, ладно. Я на каком-то острове, в смысле? Это так не считается. Кстати, ребята, всем привет. С вами Калина ТВ. Сейчас я играю снова в Майнкрафт. Я играл в Лаки Крафт, а сейчас я снова в Майнкрафте. Кто хочет меня встретить? Как вы видите, я уже появился на каком-то острове. Точнее, не на острове, а в лесу. На острове, в лесу. И сейчас прям мне нужно выживать. Странно, я же был в своей деревне. Как я здесь оказался? Ничего не понимаю. Блин, это реально какие-то острова слишком странные. Тут вообще никак. Как же мне здесь выживать? Блин, странненько. Что-то как-то странно. Как мне здесь выжить? Не знаю я даже. Вот, ребята, вы знаете, как мне здесь выжить? Кстати, забыл сказать. Кто успеет за 3 секунды поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик? Давайте, я считаю секунды. 1 секунда. Поставь лайк, подпишись на канал. 2 секунды. Нажми на колокольчик. И 3. Все. Кто не успел, может прямо сейчас это сделать. Но я начинаю. Для начала нужно добывать дерево, как всегда. Потому что без дерева просто никак. Нам ничего даже нельзя сделать. Блин, вот я очень боюсь, чтобы вот этот песок прямо сейчас бы обвалился. Давайте протестим. Протестим это. Обстановочку. Вот, я же говорил. Все, теперь будет хорошо ходить. Потому что вдруг я провалюсь, когда буду выживать. Это будет очень обидно. Так. В смысле? Я провалился снова. Блин. Странно. Буду добывать. Нарубать дров. Кстати, я сейчас в лесу нахожусь. Трясина с сосной. Сосновый лес, ребята. Слишком страшно как-то. Я знаю, волки могут в лесу находиться. И они очень агрессивные. Очень-очень агрессивные. Можно даже приютить волков. Я не знаю, как это получается, но вообще, я знаю, можно приютить собак. Собак, да. И кошек там, и свинок, коровок. Я даже не знаю. Кстати, на свинке можно кататься, кто знает. На свинке можно кататься. Ладно, не буду медлить. Так, вот тут аккуратно проходим. Так, овечка, привет. Ой-ой-ой, как же мне тут выживать? Я даже не представляю. Наверное, вот тут где-то построю домик. Вот тут прямо на пляже. Вот тут почищу песочек. Но я это буду делать, когда лучше лопату добуду. Вот сейчас это будет очень долго. Да, это будет долго. Блин. Да, это будет долго, я так и думал. Значит, сейчас я... Ага, сделаю доски, сделаю верстак, как обычно. Делаю вот эти все вещи. Ставлю верстак. Ну, думаю, сюда. Так, мне нужна лопата. Сначала я должен покопать этот песок, зато он и к стеклам подходит тоже. Отлично. Буду вот так вот копать песочек, копать, копать. Даже не знаю, что делать. Ой. Кстати... Я знаю, что в лесу даже водятся ведьмы. Кстати, ребята, да, я вам серьезно скажу, в лесу водятся ведьмы. Это я уже видел очень много раз. И, кстати, в горах тоже вот таких вот, там, где ламы бегают особенно. Кстати, я в Майнкрафте уже и в настоящий вулкан видел. Там столько было этих лам, а волки просто агрессивные попали. Я еле оттуда сбежал, еще и извергался этот вулкан. Короче... История очень долго, не могу сейчас рассказывать. Мне надо выживать. Так вот, например, я уже расчистил территорию, надо строить домик. Блин, чего же его строить? Вот такая идея, как будто сейчас можно земельки добыть и построить этот домик. Вот как вам? Не знаю, по-моему, из земли будет это быстрее. Смотрите, какие там горы. Вот, я именно про эти горы и говорю. Там, если там будет целое... Да это просто огромнейшие горы. Вот куда я схожу, серьезно. Вот я, наверное, в следующей серии или за следующей схожу туда. Обязательно. Обязательно, просто преобязательно. Постараться. Посмотрю, что там происходит. Так.
что я хотел. Значит, нужно сделать какое-нибудь убежище. Даже не знаю. Ладно, доски вот такой возьму. Делать. Хотя, давайте двери сделаем. Хоть нормально. О, можно и лодку сделать. Во, как раз туда доплыву. Лодка из сосны. Неплохо, 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 ребята. Неплохо. Так, значит, буду начинать строить. Так. Значит, я построю... Ну, ладно. Такой мини-домик. Просто супер-мини-домик. Серьезно, не хватило? В смысле? Ладно. Хотя двери есть. Что двери? Что они мне дадут? Сейчас будем дерево рубить. Снова руками, но... Ладно. О, кстати, сейчас я попробую топорик скрафтить. Я просто буду рубить эти деревни и деревья и рубить. Кстати, ребята, вам нравится Lucky Craft? Вот напишите мне в комментарии. Вот прям под то видео. Там, где я снимал про Lucky Craft. Кстати, да, посмотрите. Его обязательно. Игра со своим братом. Не понял. Ну-ка, сюда, древесина, сюда. Все. Блин. Тут как-то не выживается здесь. Серьезно скажу. Что-то здесь не выживается. Ладно. Построю здесь вот так вот, наверное. И вот так. Примерно такой будет домик, наверное. Да, вот здесь я сделаю. Не, лучше... Пол будет из земли. Пока что. Не, из песка. Я не хочу из песка. Пол. Кому бы пришла эта идея? Вот, но мне это, например, не нравится. Плюс из песка еще и был пол. Не, это как-то слишком. Лучше нормальный пол какой-нибудь сделать. Хотя бы из земли. Знаю. Так. Значит, я сюда ставлю. Точнее. Вот это скапываю. Так, а, у меня лопата сломалась? Да? Как быстро. Ничего ж себе. Песочек хотя пригодится. Подождите, мне, по-моему, земли не хватит. Ну, давайте посмотрим. И да, похоже, земли не хватит. Вот прям чуточку не хватило. Еще примерно 2 кусочка этой земельки. Представляете, 2 кусочка. Так, ладно. Хотя не 2, хотя 1 кусочек. Прикольно. Тут же я вот так вот поставлю дверь. О, вот тут еще надо как-нибудь заделать. Вот, вот такое пока что будет у меня убежище, жилье, вот так скажу. А потом уже нормально себе домик построю, но это будет точно не в следующей серии. Вот, мне еще надо сходить и посмотреть, что там. О, кстати, ребят, смотрите, у меня ровно 64 песка, ровно стак. Значит, в Майнкрафте это стак, это целый стак, даже в Lucky Craft, не важно. Это я собрался так в целом. Значит, что можно сделать? Нужно добыть лучше кровать. Так. Даже не знаю. О, печка, точно. Нужна печка. Давайте сходим в шахту. Как же я про это раньше не подумал? Серьезно, вот я раньше не подумал про это. Вот тут прямо буду копать. Да, как-то долго это все. Как-нибудь тут замедлить так. Не, ну я не собирался диорит копать, ну. Вы издеваетесь надо мной? Эй, диорит. О, все, наконец-то нормальный камень, я уже вижу кусок. Да я. О, булыжник. Все, булыжник. Нормально. Да что это такое? Ненавижу диорит. Вот, ребята, я честного слова вам скажу, диорит да, просто ненавижу. Не нравится, просто очень сильно не нравится. Ладно, 8 блоков, думаю, хватит на печку. Да, думаю, хватит, да, точно, хватит. Сейчас я скрафчу печку. Это печка, да, да, вот печка. Ставлю сюда. Нужно переплавить, чтобы получить древесный уголь. Вот, блин, мне бы еще поесть где-нибудь взять, а то уже ни одного животного. Ладно, посмотрю, как я буду дальше выживать. Ладно, ребята, придется
остановить уже видео. Все. Значит, ребята, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Обязательно. Подпишитесь. Не пропускайте новое видео. А я буду прощаться. Итак, с вами был Колян ТВ. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!